І на продовження теми актуальне інтерв'ю. Дніпро versus COVID-19. Ініціативна група з такою назвою з'явилася в нашому місті кілька днів тому. Хто ці люди? Що вони роблять? І чому варто їм довіряти? Просто зараз у нашій студії координатор групи Юлія Піщанська, директорка історичного музею, який нині на карантині, та підприємець Владислав Штіпельман, учасник цієї спільноти. Отже, моє вам вітання у нашій студії. Мабуть, перше і логічне запитання. Платформа нова, про неї майже ніхто нічого не знає. Тобто, покроково, з чого все почалося? Ініціативна група і таке інше. Окей, я почну з вашого дозволу. Почалося з того, що бізнес-сообщество «Інспіра» виступило організатором платформи, яка є координатором дій різних бізнес-сообществ. И по сути, ребята из одного бизнес-сообщества кинули клич, различные бизнес-сообщества Днепра начали объединяться. По сути, на сейчас наша платформа включает в себя различные общества, такие как Инспира, сообщество выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы, сообщество Run IT, IT-комьюнити Днепра, бизнес-сообщество Борт и еще исторический музей к нам подсоединился. Наверное, еще также подсоединился благотворительный фонд КИДА. Вот. Ну и мы решили, что мы будем платформой, которая будет координировать сбор средств с целью закупки всего необходимого для защиты медиков в Днепре. Мы поняли, что наша первичная задача – это обеспечить защиту медиков, которые недоукомплектованы, у которых нет никаких средств защиты. Логично спрошу о том, как вы поняли, что эта помощь нужна? Ведь официальные сообщения звучат о том, что всего достаточно, все есть, все куплено, и тем не менее слышу, что волонтеры объединяются. Юля, у вас большой опыт волонтерства. У меня есть своя версия возникновения этой платформы, потому что точно так же военные волонтеры, которые объединились еще в 2014 году, возобновили свою активную деятельность в связи с тем, что армия медиков в этот раз была недостаточно оснащена. Эта информация, не исходя из официальных источников или что-то подобное, несмотря на то, что мы тесно общаемся с областным советом для централизованного вот этого понимания чего потребностей, да, что есть, чего не хватает, в чем основная потребность для того, чтобы не бросать все свои силы на те позиции, которые, в общем-то, закуплены в достаточном количестве. И в какой-то момент оказались вот на общих интересах, да, связались с этой платформой, которая объединила на сегодняшний день бизнес, медиков, волонтеров, благотворительный фонд и исторический музей в данной ситуации выступает как координатор и такой с позицией консолидировать и интересы общественности, и власть для того, чтобы преодолеть последствия этой эпидемии. И это стало понятно, исходя из того, что происходит в мире, и основные месседжи, которые звучат из Италии, из Германии, Швейцарии, Америки, это в том, что не хватает этих самых средств защиты, потому что по факту это одноразовые вещи, которые будут выбрасываться, то есть мы фактически... Кстати, правильно еще нужно... Да, их нужно утилизировать, научить. И они должны быть использованы только в течение определенного какого-то времени, в определенном протоколе, то есть их понадобится крайне много, и это все в итоге окажется в отходах. И того, что нужно много, много на самом деле не бывает, и поэтому наша платформа сейчас занимается тем, что собирает резерв на тот случай, когда именно тех средств, которые закупили в области, в городе, будет недостаточно для закрытия каких-то лакун. Появляемся мы, у которых более гибкие возможности для закупки каких-то средств. Да, будем помнить о том, что у бюджета все-таки есть какие-то ограничения. И процедура значительно сложнее. Да, мы располагаем тем ресурсом, который может быть стратегически направлен на
короткое плечо, среднее и длинное. То есть мы сейчас закупаем то, что есть в наличии у наших поставщиков, то, что можно отшить на территории нашей области или купить в Украине. И дальше идут зарубежные партнеры, там, где поставки будут гораздо позже. Но поскольку мы не знаем, когда закончится эпидемия, будет ли это одна вспышка, или это будет несколько волн и так далее, то есть мы просто создаем резерв для того, чтобы в какой-то момент не оказаться без защиты. И подставить плечо, в первую очередь, нашим медикам, которые больше всех не защищены. Влад, вам вопрос. Понятно, что бизнес-структура. Если в вашей платформе медики, и насколько я знаю, у вас уже появился сайт для объединения всех, кто желает так или иначе стать участником. Смотрите, у нас в сообществах сотни бизнесов и сотни предпринимателей по факту. Мы, честно говоря, не отслеживаем, какое количество людей и какое количество компаний входит, потому что нас все время становится все больше и больше. Среди участников наших сообществ есть владельцы медицинских клиник и медики в том числе. Ну и в принципе тут хочется отметить, что мы выступаем не только, мы не только деньги собираем, не только покупаем средства защиты. Также бизнесы делегировали некоторых своих людей для того, чтобы заниматься, ну скажем так, я не хотел бы там сказать, что кто-то что-то делает плохо, но коллеги делегировали людей, которые являются суперэффективны там, в проведении закупок или во взаимодействии там, с властью или кого-то, кто является профессионалом своего дела. И да, действительно, мы сделали уже сайт и Facebook-страницу, мы начали собирать немножко деньги среди бизнеса, и ну, надеемся, что простые люди подключатся к этому. Мы действуем по... Тут есть такой момент, все участники нашего сообщества, все компании, не так, все сообщества, которые входят в нашу платформу, все являются бизнесменами, и ни для кого это не является коммерческим проектом. Действуем, исходя из логики полной транспарентности, то есть абсолютной прозрачности всех расходов. Важно. Мы говорим сейчас о том, что практически, ну, по крайней мере, областная власть заявляет, что всего достаточно. Ну и так, нас смотрят руководители тех или иных медицинских учреждений, на кого сейчас упадет приличная нагрузка, они уже сейчас чувствуют проблему с тем или иным там, медоборудованием еще. Могут ли они уже стучаться в вашу платформу? Да, безусловно, мы принимаем заявки на какие-то потребности, которые могут случиться буквально завтра. И мы эти заявки принимаем, отрабатываем, поскольку у нас есть возможность это мониторить и со стороны облздрава, когда мы понимаем по отчетам, которые предоставляют руководители этих больниц, что у них есть в наличии, насколько адекватны их заявки, потому что ну, мы сталкиваемся иногда с такими фантастическими цифрами от тех представителей медструктур, которые вряд ли будут оказывать непосредственно помощь инфицированным. Да? И количество масок или респираторов там, 30 тысяч штук, ну, они просто не обоснованы и ну, выглядят несколько странно в этой ситуации. Что это, на ваш взгляд, это злоупотребление или желание нажиться на ситуации? То есть мы же понимаем, что такое маска. Давайте я не буду этот вопрос комментировать, потому что наша задача заключается не в том, чтобы отслеживать схемы. Да? Наша задача собрать и максимально быть эффективными для того, чтобы и избежать и мародерства в том числе, таким образом разбивая свою работу на вот эти вот поставки. В сегодняшний день мы именно аккумулируем резерв. И, естественно, все заявки будут отработаны и поступят в очередь для того, чтобы их реализовать. Вот. Просто у меня просьба, пожалуйста, не нужно писать волонтерам вещи, которые не входят в средства защиты.
Если можно, здесь хочу добавить, у нас нет задачи дублировать местную власть или там, власть на национальном уровне. Мы не сможем обеспечивать потребность больниц там, в ремонте палат, там, в поставке дизельного топлива, холодильников там, и многого другого. То есть наша первостепенная задача – это помочь собрать средства для того, чтобы обеспечить средствами защиты медиков. Вот на этом мы делаем фокус. И действительно, мы формируем резерв, но также мы и сейчас в текущем режиме удовлетворяем некоторые заявки. То есть ребята уже приезжали, передавали там и средства дезинфекции, и те же маски, и респираторы. То есть мы работаем над этим. На сайте появилась информация, что появились два аппарата ИВЛ. Это была чья-то заявка, они закуплены, или это процесс с перспективой, или, возможно, эти аппараты ИВЛ уже и доставлены в ту или иную больницу? Что, как, кто прокомментирует? Я знаю про эту штуку. Я, к сожалению, не обладаю там точной предметной информацией. Очень просто. У нас внутри платформы есть несколько людей, каждый из которых ответственен за свою область. И знаю, что это сообщество Инспира первоначально, они приняли эту заявку. И, насколько я знаю, они закупили два аппарата эти ИВЛ. Я не знаю, куда их сейчас установили, но знаю, что этот проект есть. Раз на сайте есть, значит, наверняка информация стопроцентная. Теперь остается только понять, куда они попадут и чьи жизни будут спасать. У вас, Юлия, нет состояния дежавю? Ну, если так вот. Мы обсуждали этот вопрос с моими коллегами по волонтерскому движению, что это очень напоминает 2014 год. Единственный челлендж заключается в том, что, во-первых, просить помощи где-то за границей абсолютно невозможно, потому что все страны оказались в этой ситуации, поэтому ждать гуманитарки неоткуда, и нужно мобилизировать внутренние вот эти свои ресурсы для того, чтобы покрывать эти потребности. Вот. А так, да, в общем-то, еще на прошлой неделе, наверное, 10-11 числа, вот, мы неожиданно вдруг собрались с вопросом, что мы можем сделать в этой ситуации. Потому что, ну, во-первых, это очень хороший способ бороться с паникой, когда ты что-то делаешь. А во-вторых, это способ реально сделать что-то хорошее и доброе, потому что мы все прекрасно понимаем, что справиться с эпидемией мы не сможем. Мы можем только справляться с ее последствиями. Это в первую очередь. И второе, это тот момент, что нужно понимать, мы все, возможно, заболеем. Да, но можем задача, стать участниками неприятной регаты. Но задача заключается, чтобы мы смогли выжить. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы еще раз напомнить жителям нашего региона о том, что карантинные меры должны все-таки соблюдаться. Они, собственно, направлены не на то, чтобы вы не заболели, потому что вирус распространяется очень быстро, очень заразен. Но мы прекрасно понимаем, что вся нагрузка будет на медицинскую систему. Если мы все ляжем туда, нам просто может не хватить тех аппаратов, которых не так много, тех коек, которых не так много. Поэтому лучше растянуть это во времени, но оказаться в руках специалиста, чем с туманной перспективой. Оказаться в яме. Кстати, да. Мэр один из постов написал о том, что 400 ям уже подготовили для тех, кто не выживет в коронавирусе. Ну, я завидую, юмор юмором, но тем не менее, да, мы же прекрасно понимаем, что если... Я завидую оптимизму в данной ситуации. Я думаю, что 400 ям будет недостаточно. Более того, мне бы хотелось, чтобы и городская власть, по примеру, областной власти все-таки с нами тоже сотрудничала, потому что есть проблемы с коммуникацией и получением такой же централизованной информации. Насколько мы знаем, вчерашний приказ Министерства здравоохранения обозначил 6 больниц. 6 или 5? 5 больниц городских и 7 областных. Вот хотелось бы понимать все-таки объемы, которые в том числе лягут и на наши плечи, по тому, что есть и в чем есть потребность. Ну, если, кстати, заговорили уже о так называемых госпитальных базах, то на одном из сайтов 19, на другом 15. Информация разнится, но если уже говорить о городе, 5 действительно городских, больница Мечникова, и это уже 6-я.
Коль мы уже заговорили о том, что помощь, где-то коммуникация присутствует приличная, где-то есть подхрамывание, но тем не менее, кто может сейчас вот не только через сайт или через страничку на Фейсбуке постучаться, как вас быстро найти, кто готов уже сотрудничать? На самом деле, самый быстрый способ соединиться – это зайти в Facebook, у нас там есть страница, там есть номер телефона, у нас есть ответственный человек, который принимает заявки. Но проще всего это сделать через сайт и через страницу. У нас пока не такой большой административный ресурс. Сейчас будем формировать еще базу разных волонтеров, поэтому пока лучше Facebook и сайт. Всех пускаете или есть все-таки ограничения по каким-то признакам, я не знаю. То есть это должны быть проверенные люди, которые никогда себя не запятнали там в бизнесе или... Не, подождите, куда пускаем? Если вдруг кто-то хочет... В группу. Ну, то есть мы же говорим сейчас, да, то есть появилась платформа, где появляются бизнес-структуры. Ну, кто-то порядочный зарекомендовал себя много лет на этом поприще, а могут же и... Я тут, если можно, отвечу. У нас пока нет такого прецедента, но... Но он может появиться, учитывая, что мы живем... Давайте будем решать проблемы по мере их поступления, потому что действительно сейчас не такой большой шквал предложений об оказании помощи и поддержки, чтобы мы говорили о том, что мы будем проводить какую-то сегрегацию по этическим соображениям. Ну, еще хочу сказать, что, как показывает практика, болезнь, она не спрашивает, как кого зовут, у кого какой возраст там, или еще что-то, она просто приходит. Поэтому тут важно не разобщение по каким-либо признакам, а наоборот, важно соединение ради благой цели, ради того, чтобы противостоять болезни. Я хочу вам сказать спасибо в первую очередь за вашу инициативу, что, ну, собственно говоря, никто вас не подталкивает своим, да, возможно, каждый из вас в конце нашим телезрителям хочет что-то от себя сказать или от своей платформы. Вам слово. Ну, я бы хотела сказать все-таки телезрителям напомнить о том, что нужно мыть руки, сидеть дома, самообразовываться, не терять это время зря, не собирайтесь в людных местах, пожалуйста, это большая нагрузка на иммунитет и большая нагрузка на наших медиков, которых мы пытаемся сейчас поддержать. Вам слово. А я хотел бы напомнить, что каждый человек является лидером в первую очередь своей жизни, и в первую очередь он несет сам ответственность за результаты собственных действий. И если вдруг кто-то считает, что ему по какой-либо причине надо выходить, куда-то он выходит, например, на работу надо, потому что для меня это большая проблема, потому что экономика страны останавливается, то люди должны сами позаботиться о том, чтобы они были оснащены средствами защиты. Ибо каждый человек, если будет заболевать, он будет передавать это кому-то дальше. Это был первый месседж. Будьте, пожалуйста, ответственны за свою собственную жизнь в первую очередь. А вторая штука, которую я хочу сказать. Нас, наверное, смотрит большое количество предпринимателей, большое количество бизнесов. И у этого бизнеса есть возможность тоже помогать людям. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый подумал, что он может сделать, как он может свой бизнес подстроить под то, чтобы бизнес мог быть полезным сейчас в условиях текущего, по сути, военного времени. Потому что... Вот. Ну и присоединяйтесь, ребята, потому что наша сила в единении. Вот так. И наостанок, по пунктам, что вы можете? А, Б, С и так далее. Улыбаться, потому что сейчас только с улыбкой мы можем противостоять той сложной ситуации, которая есть. Наша основная задача – это сейчас помогать медикам. То есть то, что мы можем, то мы можем... опорных больницах снабжать врачей, или сейчас пока мы формируем резерв, и потом будем снабжать их средствами индивидуальной защиты. Пока это наша главная задача, координация действий в этом направлении. Юля, вы погоджуетесь? Да, я думаю, что мы, в общем-то, себя и позиционируем как некое подспорье в решении большой проблемы больших людей. Но, тем не менее, не можем оставаться в стороне и таким образом включаемся вне зависимости от того, есть у нас административный рычаг на нас, которого на самом деле нет. Да? То есть это просто самоорганизация ответственного лидерства для того, чтобы тут реально, в общем-то, бежать некуда. Дякую за розмову. Спасибо. И бувайте здорові.
Ну а глядачам нагадаю, що у цій студії були Юлія Піщанська та Владислав Штіпельман. Говорили про ініціативну групу «Дніпро versus COVID-19». На цьому в мене все. Дякую за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі у вівторок ввечері.